третьем году, а в октябре наше войско стояло, отражаясь в холодной воде, и плыли по реке эти желтые листья, что принес сюда ветер. И старика налегке, а потом и мы поплыли, сбились формы, остатки были, да под шквальным огнем, кто как мог, кто на чем. На брусьях, на балках, пока хватало дыхалки, пока хватало нам силы, пока не скосили. Мы плыли в вожделенную даль, словно души несли на алтарь, а телами своими мосты навели. Чтобы дальше пройти, вы смогли. Сколько боли и смерти в то время река забрала, унесла, будто ветром листву сорвала. А вот и наш берег, как будто залежался под немецкой бедой. Как будто задержался ты в лапах чужих. Узнаешь ли своих, узнаешь ты своих. Клочок беспокойной земли, и держим руками ее со земли. Мы требуем воздух, огневую поддержку, ведь в груди еще бьется горячее слово надежда. Нас немного осталось, а ведь целый был батальон, а теперь только 20, только 20 всего. На реке Прем, в осенней паре, в ноябре наше войско пошло, наше войско пошло в масштабное наступление. Позиции стерты, бегут, а мы проложили свой единственный путь. Дальше на запад, пленным солдатам, туда, где нас ждут, туда, где нас ждут. Красной Армии передаю вам пламенный привет и сердечные поздравления, товарищи, с историческим разгромом
немецких оккупантов в районе Киева и с освобождением столицы Украины, города Киева.